А в марте месяце я вышла, вот наступить невозможно было, вот это все растаяло, и все это фекалии, все это плывет, и она вот она. Ей плевать на нас глубоко, на 135 квартир, ей просто плевать. Расскажем о ближайших соседях. Эта соседка 54-го года рождения, у нее 300 тысяч рублей задолженности, 300 тысяч, поэтому она вытерпит, даже ей вот сюда навалят, она вытерпит. Ну, это свора, это просто свора. Она вылетает из подъезда, они ее настолько тянут. Она кубарем долетает вот до этого. Попадешься, да, под вот это. До этого угла. Все. Кто сел, кто присел, кто поднял, кто что, все свою нужду сделали. Здесь не буду. И пошла дальше.